сука, нахуй. Вот остановись, остановись, не нахуй. Не надо останавливаться. Скотина ебаная. Бля. Гондон, нахуй. Опасность и столкновение. Сука ебаная, блядь. Петушня, блядь. Поэтому вот твои делом, объезды, блядь. Это нормальный объезд. Надо ездить, как положено. Ездят, нахуй, видишь? Блядь, они пидоры тут заложили, нахуй, блядь. Все, сука, нахуй. Остановись, нахуй. Не надо ничего, сиди ты, ебаный, блядь, нахуй. Успокойся, нахуй. Пидорас ебаный, блядь. Ты, сука, мы с ребенком, блядь, едем. Идиот, нахуй. Сфотографируй, Аня, его номер, блядь. Козлина, блядь. Что? Ну? А что ты по своей полосе едешь? Ему такая... Не надо, не-не-не-не-не, это... Не провоцируй. Сейчас затормозит, смотри. Я знаю. А что он мне моргает? Давай, объезжай его, объезжай. В смысле? Давай, давай. Давай, поехали.
выглядит, не знаю, как-то, не знаю, богиня красоты. Вот. Ну, зарплата-то у меня монтажника. Зарплата монтажника. Будь добра, выглядит как жена монтажника. 20 миллиардов долларов долга странам Африки. Становится намного прочнее, а соответственно шипам сложнее впиваться в него. И здесь важную роль играет форма наконечника. В новой покрышке Toya Observe Ice Freezer основная рабочая часть наконечника сделана прямоугольной, а на ее вершине расположен еще один четырехугольный выступ. Все это позволило увеличить количество. That's fucking funny.